Outfit of the day. Вот это, вот этот кардиган, он, по-моему, называется. В общем, да, кардиган-кофточка из Гленфилда. Мне так нравится на ощупь. Он, в принципе, красивый, сейчас я покажу поближе, но на ощупь он такой мягкий. Это топик из H&M. Брюки миграционные из H&M. Это балетки из обувь комфорт, швейцарская обувь комфорт на 1905 года. Сережки вот такие с бантиками, с одной стороны черненькие, с другой стороны розовенькие, Oriflame. Браслет Pandora и губная помада, сейчас я вам скажу, как она называется, Steady Going, Retro Matte MAC Steady Going. Вот она такая кофточка эта. С веерами, типа. Вот. И туалетная вода, ну, одеколон Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. Уже чуть-чуть совсем осталось. Ну что? Это Остин, да? Ага. Это H&M. А это точно Остин? Да. Хорошо. Это H&M? Это Студия 77. Это Советский Союз. Ну, Советский Россия. Союз. Где Россия. Он? Россия. Да. Щедрая душа. Это Oriflame, его все равно не видно. И браслет еще был. Ну да. Браслет тоже не Турция. Видно. Турция. Угу. Это Майкл Корс. Можно с другой стороны? Можно с другой стороны. Спасибо большое. Очки с выпендрежем сбоку. Oriflame. Да, сбоку выпендреж. Мы довольные. Такие. Ой, а что это у нас тут? Ой. Все. Мы настолько довольны, что мы выходим. Смотрите, налоговая инспекция, какая она огромная. Каждый год вам ее показывают. Да, примерно в это время. И мы выходим, а там охранник, ну, мы ему сдаем пропуск. Вот первый раз вижу, что такие довольные из налоговой выходили. Я говорю, а мы сюда, наверное, почти смеялись. Да. В общем, мы сдали декларацию. Заплати налоги и живи спокойно. Заскочили. И сейчас мы пойдем домой пешком с вот это метро Тульская. А это я забыла, кстати. Покажи Даниловский рынок. Сейчас. Ну, мы сейчас будем как раз проходить, да. Я покажу. Вот наш всем известный, популярный Даниловский рынок. Мы на него не пойдем. Здесь красные флаги. И мы идем вон туда. Московский монетный двор. А, да, мама хотела московский монетный двор, чтобы я вам еще сняла. Вот. Флаги очень красивые. Это в честь 9 мая, да? Знаете, такой градиент снизу, как бы темная, а кверху красная. Яркий цвет, очень красивый цвет. Раритет, таксофоны. Я, правда, не знаю, как по ним звонить теперь. Наверное, карточка какой-нибудь. Тополя уже. Вовсю работают, во вырабатывают свои семечки противные. Здесь все зелено. Да, и правда одуванчики. Но мы идем вон туда. Знаете, у нас очень часто в комментариях появляется вопрос, как только мы говорим, сколько мы там километров прошли, вопрос в том, как мы их считаем. Там браслетом или еще чем-то. Все считаем по моим Apple Watch. Они достаточно правильно все считают. Мне больше нравится по часам считать. Ну, раньше у нас тоже было приложение. Ну, в телефоне. Специально включать. Да, его нужно. И вот от этого момента в этом приложении отсчитывается. А Apple Watch, они постоянно работают. Поэтому, когда у Аньки сломаны были часы, она из-за этого еще очень расстроилась. Ну, просто у меня еще телефон очень быстро разряжался, когда приложение работало. А эти, они, ну, как обычно, работают и работают. Тикает и тикает зарядка. Манхэттен маникюр. Где? Вон здесь интересные домики. Вот этот вообще с той стороны как небо выглядел. И там тоже новые построили. Вот с деревьями прикольные. Ну, а это старые постройки. Ну, старо-новые, так скажем. Ты что-то включила камеру, сказать нечего. Вот, красиво. Это не столб красивый, а вот... Что это? Часовня? Это храм. Храм. Вот, красиво. Мы идем по Лисиновской улице,
сейчас перейдем через Садовое кольцо и попадем на Большую Ордынку. А куда мы попадем-то, оказывается? Ой, мы уже близко туда уже попадем. Да, вот уже. Мы на Садовом кольце. Здесь Добрынинская. Мы сейчас ждем перехода, я вам вот такую панорамку решила снять. На, да, мы вот туда идем. Еще один красивый храм. Я храмы часто снимаю, потому что они очень красивые. Потому что немножко пелена. Это и есть настоящая Москва. А все остальное? Остатки прежней роскоши. Все остальное снесли. Да. Я буду как мама снимать вам каждый кустик. Вот кустик раз. Вот здесь все зеленеет, камушки всякие. Еще один храм. И здесь красивые домики. Это за Москворечье. Здесь очень много небольших домиков. Это были раньше домики купцов. Ну, прям по ним видно, что они такие вот купеческие, ладненькие. Вот здесь еще один храм. И здесь очень крутые ворота. Вот тоже старые здания, но их надстроили. Вот это и вот это. Но то, что не надстроено, красивше. Вот мы вышли к еще одному храму. Белые, конечно, очень классные. Они идут прям подряд. Да. Улица. Да. А я вас вижу. Да? Да. Вон мы вышли сюда. Здесь тоже проходит фестиваль. Мед продают. Всякие куколки, фигурочки. В ту сторону Третьяковская галерея. Здесь мы видим еще один храм. Еще чуть-чуть, и мы выйдем уже на мост к храму Василия Блаженного. А такие мы молодцы. Да. Нас не пустили. Вот. По храму Василия Блаженного нас не пустили. Ты даже забываешь, сегодня 3 число, и сегодня будет опять репетиция военного парада, но она будет уже такая серьезная, и поэтому оцепление начали, видимо, раньше проводить. Мы можем попасть только на метро. На метро, поэтому идем на Новокузнецкую. Я говорю, как бедному Ивану жениться, все перекрыли. А что мы с тобой не подумали об этом? А я даже не думала, что здесь перекрывают. Я думала, только у нас перекрывают. А я вообще забыла, что будет репетиция. Я думала, все, праздники прошли и все. Нет, ну вот здесь же идут. Ну здесь идут, но оттуда их не пустят. Там стоит милиция, полиция, кто там. Ты, ладно, вы через Белорусскую проходите на Тверскую. Нет. Зато я с этой стороны вам покажу. Да, вот в этом здании... офис Гугла. А я вам фонтан не сняла вот с той стороны. Мы решили на фоне сердца напомнить вам о том, что завтра в 21:00 будет прямой эфир это в нашем пятница. Инстаграм. Да, это пятница. А время московское. А время московское, да. Обманка. Еще ничего не перекрыли. Почему нас не пускали? Людей не пускают, а машины ездят. Вот такие же люди. В общем, мы хотим сказать, что сегодня погода просто исключительно. Да. Ни жарко, ни холодно. Солнце светит. И вообще балдеж необыкновенно. Да. Мы кошки могу лечь и греться, лежать. Надо куда-нибудь пищи и греться. Да. Все люди идут по тенечку. А мы с мамой говорим, нет, мы будем идти по солнцу. Зачем нам солнце дали, чтобы мы им наслаждались? Непорядок. Всем привет. Я в мехах. А я задремала. Мы с Басей замерзли. Сначала я тоже замерзла. После еды я отрубилась. Но я недолго спала, ты минут 15. Недолго, да. А я сколько, полчаса? Да. Она мне говорит, мам, считай полчаса с того момента, как я засну. Я говорю, откуда я знаю, как ты заснешь? Я засоплю. Но я знаешь, с какого момента считала? Она дергается, значит, заснула. И вообще сегодня был очень насыщенный день, мы еще не показали, да. К нам Даша приходила, потом вечером к нам еще люди приходили,
И мы еще поели несколько раз. В общем, очень долгий день был. Мы за долгое время... Мы сегодня минуточку в 7:30 встали. Да, в 7:30. Сейчас 11:30. Надо уже идти спать. И у нас прохладно стало. Да. И мне показалось, собака... что заболела. Ну, тебе показалось. Померила температуру и говорит... 38,9. Я чуть в обморок не упала. Нет, 36,9. 36,8. 36,8. Это было до сна. После сна она уже соображает лучше. Да. Ну все. Да. Сочувствуем всем, у кого еще мороз. Очень сочувствуем. Очень сочувствуем. Я вон маме сказала, она мне уже принесла какие-то вещи убирать. Какие? Ну, в общем, что-то осенне-зимнее. Я говорю, мам, ну зачем? Зачем? А, вот эти, которые вместо этих манжетов, да, меховых. На ноги. Говорю, убирай. Она говорит, мама, ты что, еще будет 14 будет... градусов? Да потом я посмотрела, еще будет у нас 9 градусов. Ой, Бася! Все это на самом деле временное такое потепление. У нас вообще может вот сейчас быть тепло, а все лето потом холодно. Я, конечно, всем сочувствую, у нас еще это впереди. Нет, ну таких морозов, как минус 15, у нас, конечно, не будет. Нет. Ну, обещаем, мы груди будем стоять. Да. Вот. Какие планы у вас теперь на выходные, на шашлычки, кто собирается? Какие вы шашлыки предпочитаете? Я вообще последнее время ем шашлыки. Ой, шашлык куриный и какой еще? Ну, говяжий иногда. Да. Ты тоже. Я вообще уже рассказывала, что когда я приехала в Москву. А, нет, мы первый раз поехали, когда в Ереван, и нам начали делать свиной шашлык, я не поняла. Я раньше думала, что шашлык может быть только бараний, представляете? Потому что в Алма-Ате, ну, только бараний шашлык. И я больше всего, конечно, люблю бараний шашлык. Свинину я вообще не люблю, свинины шашлык. Не, ну, из говядины я тоже не люблю, я люблю из осетрины, из курицы. Не, я люблю куриный шашлык, вот, да. Хорошо замаринованный. Дашулька очень вкусный шашлык делает. Она делает с карри, медом и чем-то еще. Да, вот нам только меда не хватало. Не, ну, мне вроде плохо не было. Вот, было это очень вкусно. Ну и там с кефиром люблю. Ой, а может быть я вам на следующей неделе или через неделю я придумала, что приготовить из курицы. Если хотите, напишите, я потом покажу вам. Вот, в общем, пишите про шашлык, у меня слюнки уже потекли. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко. И желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.